преодолели еще один важный рубеж. На YouTube-канале медиахолдинга НТС теперь 30 тысяч подписчиков. К слову, это сопоставимо с количеством людей, проживающих в таких городах, как Нижнеудинск, Тайшет и Зима. Изменился сейчас и расклад среди самых популярных сюжетов программы «Новости по будням». Теперь пальму первенства между собой делят материалы о самой юной спортсменке региона, выступившей на соревнованиях по художественной гимнастике, и репортаж о необычном снегоуборочном тракторе. И у того, и другого сюжета по 1 700 000 просмотров. Стоит сказать, что найти на YouTube-канале медиахолдинга НТС можно не только новости, но и программы собственного производства, такие как «Есть вопрос» и «Дневник путешественника». Там же в интернете удобно следить за конкурсами, которые регулярно проводят наш медиахолдинг. Например, сейчас на радио «Шансон Иркутск» разыгрывают вкуснейший торт. Условия борьбы за приз максимально просты. Нужно предложить свою креативную расшифровку аббревиатуры НТС. Варианты присылают абсолютно разные. Некоторые попадаются слушатели очень креативные и присылают даже стихи. Настроила телевизионную станцию, нашла телеканал «Суперский», новое телевидение Сибири. Новый тренд сегодня. Вот такой стих нам прислали.